Привет. Меня зовут Денис, я инициатор проекта UGERS. Еще расскажу о модельке C в открытом виде. Он такой. Вот эту рамку заднюю, она может стоять так, или ее можно развернуть так, она, в принципе, прижимная. Когда вы собрали сейф, ни в коем случае не закрывайте замок до того момента, когда вы полностью не поймете, что вот он работает. Несколько раз проверьте, что он работает у вас. Тогда только закрывайте. Сейчас на этом сейфе код 971. Сейчас я его закрою, потому что я его крутнул, когда он был открыт. Вот. Значит, закрывается сейф просто вращением против часовой стрелки ручки. Раз, вот он закрылся. И все, теперь его невозможно открыть. Его можно, конечно, сломать, разбомбить, но аккуратненько его вскрыть не удастся. Вот эту ручку можно не дергать, от нее ничего не зависит особо. Набирайте код. Вот эти, важны только вот эти цифры, которые посередине. Вот эти цифры внешние, они для декора. Против часовой пару раз провернули, чтобы как бы сбить замок. И набираете, значит, первая цифра до 9. Хоп, поставили на 9. Теперь в обратную сторону крутите, крутите, пока не появится 0. Вторая цифра в данном замке, потому что код может быть другой. 7. Накрутили до 7. И теперь крутите опять против часового, он, в принципе, сам щелкнет на третьей цифре, до цифры 1. Вот эта штука, ее тянет вот эта резиночка, если ее нету или сняли, резинку вот эту, которая в замке, тогда ее вручную вот здесь надо крутить. Вот, сейф можно открыть, там внутри есть полочка. Вот такая, ну, полочку можно вынуть, она там есть, полочка. Сейф провернули, пару раз прокрутили, все. Теперь можно крутить туда-сюда, его действительно очень трудно открыть значение. В правильно собранном сейфе нет кодов 9,5 или 3,5, хотя это может быть вашим секретиком. Если не так замок собрали немножко, то может быть появится значение 3,5. Код зависит от собранного замка, как вставлены шипы в три таких кольца на замке. Это все описано в инструкции. Сейчас замок я, к сожалению, так разобрать не смогу. Мы сделаем отдельную видеоинструкцию по сейфу.